В Беринговом море недалеко от села Теличики поселилась белуха. В июне рыбаки освободили ее из невода. С тех пор она осталась у побережья и проявляет интерес к людям и животным. Местные жители обеспокоены судьбой кита. За животным наблюдают местные жители и сотрудники Кроносского заповедника. Они сообщают, что белуха, скорее всего, молодая. Об этом говорит размер и сероватый окрас. Общительный кит пытается играть с рыбацкими лодками и даже находить общий язык с местными собаками, которые лают на него с берега. Во время больших отливов белуха застревает на мели, но не спешит уходить с мелководья. По словам ученых, самое главное для людей, живущих рядом с отбившимся от своей семьи китом, сохранять дистанцию, чтобы не травмировать и не приручить животное, притупив в нем умение добывать пищу самостоятельно. Сотрудники Кроносского заповедника разослали жителям села Теличики памятки с основными правилами поведения рядом с китообразными, пока за белухой наблюдают.